6 метров. Нахуй. Молодец, ебаный. На фирменных мальчиках приехали, бля, со сумки. У меня от сегодняшнего снега, она вообще, в принципе, мерзла. Это от мороза, блядь. Сейчас все будет, не ссыть. Нихера! Скользко. Заебись! В раз пять тяжелее. Пашка уже на зацеп. Вот. Пашка. Ну да, блядь. Так себе. Обязанки было пополнее, да? Нам для обязанки сейчас, мне кажется, выше крыши хватило бы. Осторожно. Нет. Тут уже. А, мне нога-то, блядь. Но! Блядь. Ёбаные липки. Ну! Понятно? Что ты, блядь, нечто? Да, блядь, спущу газу, блядь. Тут зацеп труху есть, да? Ну, тормоз нажми, заведи. А, солнечная сторона, тебе там, ну, как раз прогрета было, да? Давай, передашь. Ну, это гора нормальная, такие горы будут, можно ехать. Более-менее, как бы, проезжаемая, ебало, но... Ну это первая, лучше, чем там. Как первая была, ну его нахуй. Да. Пашка, Пашка. Ты же поехал, вот. Yeah.
обауты, блядь, паска. Езжай вниз. Что? Да. Ёпта. Слёт. Что это было? Это был полет на Луну. А, это был сучок. А, я думал, ручка падает. Я тоже. Газу больше надо. А? Газу больше. Дерево ты не видел, сразу пугался. Да, думаю, что делать. Под колесо смотришь, да? А тут хуяч. Ну, не знаю. Да, все-таки еще осилище. Я думаю, через месяц только будет нормально. Сюрприз! Ну, сюрприз! Ждет нас веселая. Что, там есть проезд такой?
можно? Тихо, тихо, красавчик, тихо. Вперед не наклонился. Димон, и если бы вперед его наклонился бы, он не задрался бы так. А ты если сзади. Димон, ты герой. Если а бы ты... Он держит его, он бы вокруг него крутился. Так он как Андрюха, Андрюха тоже любит. Блять. Запускает. Орла. Это получилось случайно. Я рук не чувствую. Это плохо. Ты не гони за руки никогда вообще. Ты за индуби. Газу надо! И еще один. Ну все, траектории легкие закончились, теперь по сложному осталось только ехать. Попробуйте по лесу, может. Сейчас в бок просто, и потом сюда поворачивай, заедешь. Четко. Немножко по свежей траектории. Едь, где я ехал. Он хочет на зацепе, а зацепа нету.